Активистки, передовики производства и просто красавицы. В преддверии 8 марта в Первоуральске чествуют женщин, которые работают в металлургии. Им по плечу гораздо больше, чем кажется, убедилась наша съемочная группа. В зале только женщины. Представительниц прекрасной половины человечества чествуют не за красивые глаза, учитывают успехи на производстве. Любые достижения по плечу, если работа по душе, считает Ксения. 8 лет назад девушка впервые пришла в трубоволочильный цех. Попала туда на практику, пришла. Меня устроили контролером, ученицей. И мне до такой степени понравилась эта профессия, то, что смотреть трубы, марку стали, определять способы мыскления. Искорка в глазах, работа с огоньком. Они не только определяют качество труб, но и управляют краном, сортируют и сдают металл, заведуют его отгрузкой. И это далеко не весь список профессий, которые освоили заводчанки. Женщины у нас работают вальцовщиками, женщины работают резчиками, контролерами ОТК, инженерами. Женщины у нас в числе руководителей. Да, то есть вот от простого рабочего до высокого руководителя у нас тоже занимают посты женщины. Поэтому для них нет ничего невозможного. Успевают проявить себя и в профсоюзе. Там состоят 90% сотрудниц предприятия. Я вступила сразу, даже без всяких разговоров, уговоров. Вот. Но у меня как бы такое, наверное, призвание, что помогать людям. Поэтому я всегда рада помочь в любом случае, вот, а тем более получив знания, которые нам дает профсоюз, как профгруппоргам, вот, мы стараемся помочь людям. Представительницы прекрасной половины – это почти половина работников завода. Они развивают металлургическое производство наравне с мужчинами и отлично справляются с теми задачами, которые, казалось бы, не под силу хрупким женщинам. Современная женщина должна многое уметь и успеть. Вы являетесь передовиками производства, вы хранительница семейного очага, на вас держится завод. Вы, безусловно, украшение завода. Из-за пандемии коронавируса для женщин не стали устраивать традиционный концерт. Но все равно представители заводского правкома поздравят лучших работниц. Виновниц торжества наградят в течение нескольких дней. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий и Евгений Шилов. Новости Первоуральск.